Всем привет! Все помнят долгожданную презентацию компании Xiaomi, которая состоялась 4 октября 2022 года. Многочисленным фанатам, а также простым пользователям, компания анонсировала новые сумасшедшие флагманы, а именно Xiaomi 12T и Xiaomi 12T Pro. Скажу как есть, модель Xiaomi 12T получила фотосенсор на 108 мегапикселей, а вот вариант с приставкой Pro оснастили датчиком на целых 200 мегапикселей. Именно про Xiaomi 12T Pro я сегодня вам и расскажу. Продажи Xiaomi 12T и 12T Pro стартовали уже 13 октября. Топовый смартфон Xiaomi 12T Pro получил такие цены: 8 ГБ оперативной 128 SVE 749 евро, 8 ГБ оперативной 256 ГБ SVE 799 евро, 12 ГБ оперативной 256 ГБ SVE памяти 849 евро. Xiaomi 12T 8 128 599 евро. 8 256 649 евро. Итак, основные фишки смартфона Xiaomi 12T Pro — это AMOLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержка 120-ваттной быстрой зарядки, мощный процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, основная камера разрешением 200 мегапикселей, 20-мегапиксельная фронтальная камера, модули NFC, пара стереодинамиков с настройкой Harman Kardon и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Смартфон поставляется в комплекте с простеньким прозрачным чехлом, зарядкой на 120 Вт, кабелем USB Type-C и наклейкой на экран защитной пленкой. Смартфон обладает отличным AMOLED-дисплеем на 6,67 дюймов с разрешением 2712 на 1220 пикселей. Имеется поддержка частоты кадров до 120 Гц. Один из козырей дисплея является 12-битная матрица, способная отображать свыше 68 миллиардов цветов. Поддерживаются стандарты Dolby Vision и HDR10+. По умолчанию активен яркий пресет изображения, ориентированный на цветовое пространство DCI-P3. Уровень яркости достигает 900 нит. При этом калибровка должна обеспечить высокое качество цветопередачи. Заявлена частота шим-димирования 1920 Гц. От механических повреждений экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Марка стекла для задней панели не уточняется. Устройство работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. По словам компании Qualcomm, версия Plus обеспечивает на 10% более высокую производительность процессорных ядер, на 10% более высокую тактовую частоту графики и, главное, потребляет на 15% меньше энергии, обеспечивая почти час дополнительного времени без подзарядки в игровом режиме или в режиме просмотра соцсетей. В бенчмарках аппарат выдает отличные цифры для своего класса. AnTuTu — чуть более 1 миллиона баллов. Geekbench 5300 и 4230 баллов в одноядерном и многоядерном тесте. Xiaomi 12T Pro может содержать до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и до 256 ГБ своей встроенной памяти, как я говорил ранее, где озвучивал цены. Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт, позволяющей за 19 минут восполнить энергию на целый день. При 120-герцовой частоте обновления можно рассчитывать на 7-8 часов активного экрана в режиме обычного использования. С играми этот показатель можно делить примерно пополам. При беспрерывном воспроизведении видео АКБ хватает на 17 часов. По заверению компании Xiaomi, это самый долгоиграющий флагман компании, способный работать 8 часов в играх или же 14 часов поддерживать экран в активном состоянии. В смартфоне присутствует модуль NFC, а за звук отвечает пара стереодинамиков с
настройкой Harman Kardon и поддержкой Dolby Atmos. Главное достоинство Xiaomi 12T Pro это, конечно же, камера с разрешением 200 мегапикселей. Сенсор Samsung HP1. В качестве ультраширика используется 8-мегапиксельный модуль Samsung S5K4H7 ISOCELL Slim с углом обзора 120 градусов. Третья камера – макросенсор на 2 мегапикселя Galaxy Core GC02, способный фокусироваться с 4-сантиметрового расстояния. В верхней части дисплея имеется небольшое отверстие, в котором установлена 20-мегапиксельная фронтальная камера. В режиме 200 мегапикселей кадры весят по 45 или 85 мегабайт, но ощутимой разницы в детализации нет. Кроме того, стоит отметить, что с повышением разрешения пропорционально снижается динамический диапазон и увеличивается зашумленность. В итоге использование 200-мегапиксельного пресета не имеет практического смысла. Съемка видео поддерживается в разрешении до 8К при частоте 24 кадра в секунду. Замечу, в прошлом поколении мы получили 30 кадров в секунду. По умолчанию смартфон использует кодек H264, но можно выбрать и более эффективный H265. Звук пишется, конечно же, в стереорежиме, что в наше время является большим плюсом. Имеется также сканер отпечатков пальцев, который интегрирован в сам дисплей. Устройство будет поставляться в 3 цветах: синий, черный, серый. А вот модель Xiaomi 12T отличается от версии Pro процессором MediaTek Dimensity 8100 Ultra и разрешением основной камеры в 108 мегапикселей. В остальном это полностью идентичный аппарат. То есть, если вам не важен процессор или камера, выбираем простую версию. Если это все важно вам, выбираем Pro версию. Ну что же, ребята, с каждым годом компания Xiaomi выпускает все лучше и лучше свои смартфоны. Вы должны понимать, что однозначно вот эта камера на 200 мегапикселей – это маркетинговый ход. Конечно же, вы не получите, например, от данной камеры в 10 раз лучше качество фото, чем, например, от камеры на 20 мегапикселей. То есть вы должны понимать, что все-таки какой-то прирост есть, но не стоит ожидать, что вы там будете получать просто восхитительные фотоснимки, которые можно использовать на 8К изображении. Нет, этого не произойдет, не стоит ожидать тут какого-то улучшения. Почему? Потому что все мы знаем, что год назад примерно в массы влилось видео 8К 30 кадров в секунду. Какое там видео? Там видео вообще не сравнится с 4К 120 кадров в секунду. Вообще и рядом не стояло то видео. То есть то же самое и тут. В качестве фотоснимков мы получаем, конечно же, какое-то улучшение, но оно не стоит тех денег, которые вы должны переплачивать. А переплачивать вы будете, ну, плюс-минус 200 евро. Решайте сами. Ну, конечно же, процессор, да, процессор уже намного-намного лучше в Pro-версии. Тут уже решайте, нужен ли вам процессор от Dimensity или намного мощнее, на мой взгляд, процессор от компании Qualcomm. То есть более 1 миллиона баллов в AnTuTu. Конечно же, это очень крутой результат. Конечно же, Snapdragon 8 Plus Gen 1 достаточно неплохое решение в 2022 году и 2023 и так далее. Вот такой смартфон получился у компании Xiaomi. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!